Прокат произвольной программы я оцениваю, на среднем уровне, потому что я не докрутил второй тройной аксель и сделал на нем степ-аут, то есть шаг из круга. И первый тоже был на минусы. Потом то, что я обязан делать, вращение все на четвертый уровень, у меня одно было третье, потому что я не додержал обороты. Наверное, это то, на то, что я наработал, и максимум большего от этого ждать не следовало. В принципе, я доволен стартом и понимаю, над чем надо работать, что усложнять и как дальше делать. На данный момент в плане техники это вот то, что ты можешь, да? Там? На данный момент, да, это, наверное, тот максимум, который я мог себе поставить. Потому что четверных у меня пока нету. Я буду над ней работать и стараться вставлять уже в программу в дальнейшем. А что сказали тренеры? Потому что сильная группа, да, сильные ребята, много спортсменов здесь выступают. Да, группа очень сильная. Тренера разъяснили ошибки, сказали, почему на акселях я не делал так, как мог. То есть они все объяснили, я понял. И по поводу вращения еще раз, он на третьем уровне был. И как теперь, какой настрой? Настрой боевой, только вперед, вперед. И покажи, пожалуйста, тебе это болельщики? Да, это кинули болельщики. Типа копиями я, меня. Похож. Шаржевая. Мне нравится. Гоша, успехов тебе, здоровья. И чтобы у тебя все получилось в будущем. Спасибо.